Собственно, новости какие? Новости какие? Мы еще больше усовершенствовали систему оповещений, которая выскакивает на экране. Я жив. Очень рад я за это. Собственно, у нас теперь есть такая штука, что теперь у нас на экране отмечается не только сообщение о пожертвованиях, но также сообщение о подписавшихся. Если вы обратите внимание, прямо под стримом вы можете найти кнопку Subscribe, нажимая которую вы безумно сильно помогаете проекту ZLVG, стримам, каналу на Ютубе и, в общем, всему, что связано непосредственно со мной. Это дает довольно много интересных бонусов. Один из, ну, самое очевидное — это значок рядом с ником в чате. Также кастомные смайлы, которых все еще нет. I'm so sorry, guys, но они уже рисуются. Более того, некоторые из них уже есть, но просто еще не добавлены, потому что эта процедура добавления их туда длится не совсем 5 минут. Помимо этого, там вы получаете 4 евро, по-моему, в магазине, карточку на 4 евро в магазине g2a.com, что очень круто и очень приятно, потому что там довольно много игр, которые продаются за такие карточки, и тут человек на прошлом стриме рассказывал, что он точно не помню что, но что-то довольно крутое приобрел, пользуясь исключительно вот этим бонусом. Короче говоря, на G2A вы можете купить не только игры, а вообще все, что продается на этом сайте, включая аккаунты Steam, аккаунты Warcraft, вашу жопу, новую жопу. Нет, жопу там купить нельзя, к сожалению. Вот, хотя, может, завезут. Да. Что еще? Да, и мы сделали еще... Да, и теперь вот это... И возможность постить картинки в чате, не забывайте. Это да, это тоже получается за подписку. Еще у нас появилась такая милая штуковина. Внизу вы можете видеть две... Оу. Подожди, у меня так громко, этот хейтер сейчас пиздец. Ау. У меня что-то сломалось очень сильно. Окей, ты не добавил твиттер. Что я не добавил? Да не вели, только что подписался. И по какой-то причине не было звука. А еще он мелькает на... И Врон Гэнджел подписался. А еще у меня завис хейтрет. Полностью. А еще у тебя завис компьютер. Полностью, вообще полностью. У тебя очень завис компьютер. Сейчас все отвисло. Так. Это был звук подписки, говорят. Нет, к сожалению, не было звука подписки, я точно знаю. Сейчас мне... Блин, я не могу это проверить прямо сейчас, ведь... Но вообще... Нет, должно работать. Я думаю, что это потому, что... Нету... Потому что в этот же самый момент у меня повисло абсолютно все. Сейчас я попробую запустить еще раз. Ребят, кто-нибудь задонатьте там рублей 20, чтобы мы проверили, что работает. Вот сам и задонать. У меня нет денег. Сейчас я сам себе задонать. Что за фигня? Почему? Все сломал, блять. Какой кошмар. Почему это со мной происходит? Почему у меня не работает... Ничего. О, Дани Велиф и Wrong Angel, спасибо вам за подписку. Спасибо вам огромное за подписку. Смайликами, которых нет, и картинками, и своим значком. Смайлики появятся очень скоро, но вот почему не проигрался звук, и почему не было оповещения, это... Оповещение было, еще раз говорю, на мониторе оно было. В смысле, оно было? То есть вы... Нет, на мониторе ты имеешь в виду там, где вот картинка у меня сейчас стрим идет? Там короче, было? Там на стриме картинка была. Дани Велиф, я... Да не еще лайв, знаю, что читается, но я все равно буду произносить как не велив, потому что могу. Ты мне можешь ответить прямо на вопрос, была строка с надписью «подписался» или это было только в чате? Это было с надписью «подписался», а два цифра — это, короче, этот, это то, что они подписались подряд, то есть это комбо. У нас теперь комбо-система работает. То есть оповещение было, не было звука, правильно я понимаю? Да. И, кстати, оно было процветающе зеленым, потому что оно появлялось друг за другом, и было все довольно некрасиво. Что? Зеленое. Было слишком зеленое.
Знаешь, кто из твоих родственников слишком зеленый? Это как человек, хоть что-нибудь объясняешь вообще в мире? Окей, гринскрин, когда была анимация Fade In, Fade Out, был очень зеленый, его очень много было видно. Хорошо, сейчас я все сделаю. Нужно еще чуть-чуть потерпеть, и я сделаю все. Люди тут говорят, ГОСП, ГОСП, все, пиздец. Завелись. Так. Значит... Ребят, если вы слышали Маюши Тутуру, то тогда все... Нет, стоп, Тутуру не могло быть. Там нет Тутуру, на подписках нет Тутуру. Какой звук на подписках? У нас звук на подписках... Оя. Оя. Ребят, если вы слышали звук подписки, этот видео... Да, короче, там просто должен быть какой-то звук. Я его не слышал, значит, его не было. Он тут стоит. Сейчас я сделаю так, чтобы оно было без зеленой этой хрени. Left — это там? Господи, у тебя все пишут, что go SCP, кроме Данафак, который пишет нахуй SCP. Я очень боюсь играть у меня стрим не лагает, просто это стандартное у хитбокса 10-20 минут стрима настроек, плюс он будет разгоняться. У нас просто количество человек сейчас, ребят, меняется очень стремительно. Из-за этого транскодинг не очень успевает за этим всем, всей историей. Если у вас прям сильно лагает, то поставьте себе сейчас качество 480 и все. Так, все должно теперь работать. Сейчас я перевоткну втыкаемые штуки. Ребят, подпишите еще кто-нибудь, чтобы проверить. Слушай, что-то это самое. Да надо проверить, ты не понимаешь. Понимаешь, проверить, подписаться — это от сердца должно идти, а не этого. Если кто-то думал подписаться или нет, если кто-то там... Подожди, я еще, подожди, еще не работает. Вот, окей, сейчас не надо. Еще не подписывайтесь. И не надо вообще, то есть, если вы не собирались, то и не надо, мы... Well, that could have gone worse. А ребят, голосование или нет, он все равно будет играть в Hatred. Да, потому что, понимаете, тут какая история? Надо пройти до конца. И я понимаю, что... Сейчас. Нажать сюда. Господи. Сюда. Сейчас я скажу, я просто не могу заниматься так, этим. Так, Сан, все хорошо будет, не волнуйся. Скоро все будет прекрасно просто. А лагает... Видишь, что просто сегодня интернет через жопень. Что, еще и стрим лагает? Ну, у некоторых людей подлагивает. Это очень странно, у меня написано drop frames 0. Это нормально. Может зависеть не от drop фреймов, а от низкого энкодинга. Это две проблемы основные. Так. Это сюда. Все, теперь позитив, просто все должно работать. Я... Шесть. Ребят, если вы задоните мне на PayPal $5, я сразу подпишусь. Да, я сейчас сам себе задоначу. А, тут можно тест нажать. Не надо, ребят, мы сейчас сами все проверим. Значит, донейшн у нас выглядит... вот. Нет, так. Нет, у людей не лагает или уже не лагает. Оп, видал? Я сейчас увижу, подожди. Это работает. И сейчас потестим сабскрайберов, которые... Оя! Тоже работает, но зеленая кромка появляется, что плохо. Так. Ты и очень... Как бы... У людей говорят, висает баннер с донейшенами. Что? Кто-то написал, что подвисает баннер с донейшнами, но вроде нет. У меня все нормально. Сейчас мне нужно... Я увидел и баннер, и звук. И подписку увидел. Мне очень жаль, ребят, что вот приходится... Мне приходится всем этим заниматься, а вам приходится на все это смотреть. Но... Но это нужно просто один раз сделать. Донаты лагали. Ребят, у меня ничего не лагало. Это я могу точно сказать. Я смотрел. Каемка зеленая была, но не подвисает. Была каемка. Сейчас уберу. Ну, в смысле, как уберу? Да хуя зеленая. Очень зеленая, я знаю.
Видимо, пока что нам придется. Калишар только что подписался. Здорово, очень неудачное спасибо, время, что... потому что я как раз все настраивал, поэтому тебя не просветило сейчас в стриме. Кто знает. Да, я точно знаю. Но спасибо тебе огромное за подписку. Добро пожаловать в клуб людей с за значками. И если это тот Калишар, о котором я думаю, то не нужно никому рубить голову, пожалуйста. Калишар. Так. Калишар. Я его называю Калишар. Почему? Так. Нажать эту кнопку. Господи. Субхайп, ребят, какой-нибудь сделайте. Ну что он такой одинокий? Побольше субхайпа. Я сейчас вернусь в активное участие в стриме и сделаю всем хайп сам. А, ребят, отписаться, если что, после того, как вы подписались... Невозможно. Да. Практически невозможно. До конца жизни теперь ваши... Вам до ушек еще 22 человека, если я ничего не путаю. Так, здесь должно... Сейчас я еще раз нажму кнопку проверить. 23. Сейчас еще раз нажму кнопку проверить, значит, новый сабскрайбер. Выключи алчность. Ребят, я грит в физическом воплощении. И сейчас я проверю донейшн. Holy shit. Анимации пока что немножко лаузи, да, но это мы все допилим, просто используем некоторый другой софт теперь. Но, по крайней мере, вот сейчас он точно должно работать. И мне даже отображает... что-то... Не видно текст на таком фоне, и еще у него была зеленая задница. У кого? У донейшенов? Сейчас еще раз проверим. Holy shit. Зеленого нет, только когда вылезает, но так совсем немножко. И текст видно, не надо обманывать, он есть. Люди мне написали. Ребят, тут туру есть, но просто то, что произносится... У нас есть тут туру, сейчас я это докажу. У нас просто на разные суммы мы поставили теперь... разные звуки. Да, теперь если вы много задонатите, вы будете восторгать Гладис. У нас есть Гладис, у нас есть чувак из Бастиона. Не, подожди, нет, у нас нет чувака из Бастиона. У нас есть Гладис, у нас есть Маюши, целых две. У нас есть Вич Доктор, и у нас есть... Все, это, собственно, все, что у нас есть. Там, по-моему, пять разных звуков. Собственно говоря, с каким-то там шагом, там, по-моему, от 20... Про subscribe пишут какой-то бирюзовый цвет и белые слова, им не понравилось. Звуки просто 11 из 10, анимация вообще не нужна. Как сказать, анимация вообще не нужна? Подписка за $5 в месяц, ребят, все правильно. Сабскрайберы, да, просто, понимаете, там сейчас зеленый фон, мне его надо совсем перерендеривать, чтобы он... Чтобы он человечно выглядел. И это займет просто еще больше вашего времени. И я просто к следующему стриму сделаю совсем. Фильм стримит. И попрошу вас. Какой ну, фильм? Если вы хотите. Если вы выберете это, то если вы хотели подписаться и сделать так, чтобы все красиво выскочило, а не как сейчас, потому что мы не успели ни хрена, как выяснилось. То. Фу-фу-фу, анимация кто-то написал. До следующего. И чтобы заактивировать Гладис, надо задонатить всего 1000 и больше. Да, Гладис у нас там говорит holy shit, это довольно дорогое. Но зато вся Маюша и весь Вич-Доктор, он в пределах... Не, подожди, Гладис у нас от 250, что там... А, нет, там больше 1000. Нет, от 1000. А, ну, кино можно донатить с карточки, тоже через PayPal, просто там не надо регистрироваться, там можно просто карточные данные пить и все. Так... В общем, ребят, я, к сожалению... Баннер подписки очень голубой, пишет кто-то. Прям очень-очень голубой? Да, и говорят, кто убери тот зеленый ковер со шлюхой. Какой зеленый ковер со шлюхой? Гринскрин твой сзади. Какой гринскрин? Неважно. Ладно, сейчас я последний раз сделаю конфиг. Так, убрать все зеленое.
Instant здесь. Подписчик Vita стреляет из револьвера 3 раза в воздух. Лучшая нотификация. Кольт? Есть кольт? У меня нет кольт, к сожалению. Плохо. Очень жаль. Попробуем нажать вот это. Нет, это плохо. Стрим, ребят, точно будет. Не парьтесь, мы просто тестовые настройки не можем сделать вовремя, потому что это Витас. Не надо все сваливать на меня, слышь. Мы на самом деле не можем сделать тестовые настройки, потому что это Каин. Ты сейчас сделал то же самое. Да, только я свалил на тебя. Но этого тоже не надо. Так, ребят, может пойти плохо. Я сделал такой быстрый, дешевый вариант. Долгий и дорогой вариант к следующему стриму. Когда кто его будет делать? Я его буду делать. Быстрый и дешевый, но приемлемый без вырвиглазного голубого. Это черный получился цвет. Сейчас я вам продемонстрирую штуку. Должно быть окейно. О-я! Сейчас. И еще разок. Ой, yeah. И здесь он не работает. Конечно, он здесь не работает. Сука. Ой. Это очень хорошее начало. Мы уже полчаса мы, короче, провели просто без ничего. Еще полчаса мы занимаемся вот этим. Что может быть прекраснее? Так, я тут. Стрим идет не почти час, а 18 минут. Да, мы на полчаса, я только что объяснял, что мы еще на полчаса позднее начали. Но это потому, что мы успешные. Сабскрайбер еще раз. Ой, я! Пока что у нас есть звук и черная штука, и количество сабскрайберов. В течение комбо, комбо длится 1 минуту, типа эта цифра растет вверх и так далее, в течение 1 минуты. Когда 1 минута пройдет, и как бы тогда комбо прекращается и начинается снова с единички. Донейшены у нас тоже работают и выглядят как-то. Витас, одень очки с подоконника. Пишет тебя, просит тебя подписчик. Во-первых, надень. Сейчас надену. Сейчас проверю последний донейшн. О-я! Немного не тот звук, который я думал, что здесь будет. Я думал, что на здесь тут будет. На тут какой донат надо. Витас, ты ошибся. Что я ошибся? На тут туру надо было побольше донат ставить, они же все хотят тут туру слушать. А вот есть еще одна Маюша. Да, кстати, Маюша еще одна есть. Вот. Все. Все протестировано, все работает. Я надену очки. Ну что? Это, я думаю. Достаточно времени мы этому всему уделили, и можно заниматься непосредственно игрой, которая сейчас... Я ее... Смотри, вот я ее сейчас нажму на нее, и она не запустится. Я уверен. Если она не запустится, мы все пойдем играть в SCP. Не хочу играть в SCP. Но твои подписчики и люди в чате хотят видеть, чтобы ты играл в SCP. Как я могу два дня подряд играть в SCP? Ладно, она запустилась, слава богу. Так вот, да, по поводу Хейвен. Я знаю, что... Я знаю, что нужен... Ну, я знаю, что Hatred третий раз может немножко поднадоедать, но мне все-таки кажется, у меня есть такое понимание, что игры надо проходить до конца, и в конце концов очень хочется посмотреть на концовку и с вами этим поделиться. Игра оглушила людей, RIP Headphone Users. Кстати, там, где у тебя notification, там периодически проскакивает черное окно. Какое черное окно? Ну, просто черный прямоугольник, rectangle. Во время игры? Ну, сейчас посмотрим. Просто пока твой ёбыч был, он проскакивал там изредка. Вообще Видос не видел. Видос игру потише, кстати, просит. Я сделал игру потише. Вот буквально только что двинул ручку. К слову сказать, когда я смотрю через эти очки вот так, у меня картинка кажется светлее, чем если так. Игры до конца проходить надо, спрашивает тебя человек. Dreams to Reality прошел? Я ее не стримил. И это не игра. Говно. И это не игра. Кроме того... Записи со всех стримов будут, ребят.
Ну, не знаю, прям со всех или не со всех, то есть... Большинства, которых не отдуйте, скажем. Ну, с большинства, да, то есть, как бы, доту точно всю лить никто не будет, как бы, просто... В этом нет большого смысла, там, треть доты в лучшем случае, а такие, типа, халат, хейтрит и все такое, скорее Опять всего... Опять увидел черный ректангл. Да что ты со своим черным ректанглом, где он? Где он? Я его не вижу. Вот бородой появляется, вот, вот сейчас смотри, если у тебя трансляция открыта, смотри на трансляцию. Да я в ОБС смотрю, все, что появляется... Нет, в ОБС ты не увидишь, потому что я его увидел только через... сколько? Через 30 секунд после того, как он у тебя появился, или около того. Я не знаю, сколько. Что-то ты... Ты не совсем честен, ребят, по-моему. Ребят, в чате кто-нибудь видит еще черный прямоугольник, у которого, который иногда появляется у Витаса под бородой? Или Каин поехавший. Или Каин просто поехал. Но они теперь будут... Теперь они будут говорить, что я поехавший, просто чтобы... Поехавший, конечно, поехавший. В любом случае, очень не хотелось бы тратить время еще. Так, игра... Бертман пишет, видели. Блин. Трой Скиф пишет, да. Когда альта боишь, он появляется, видимо. Когда альта боюсь? А, когда появляется, люди видят. Черный прямоугольник появляется, когда приложение запускает или альта боится. Черный прямоугольник реально появляется. А, ну когда поехавший. Когда я альтабуюсь. Видели. Когда я альтабуюсь, то ладно, то есть, как бы, ну, я потом посмотрю, в чем проблема, но с этим можно жить, по крайней мере, он не появляется меня каждый. Человек 5 назвал секунд. Поехавшим евреем, и это только наполовину правда. Да, но не особо не играет, проскакивает такое, Каин вменяем. Каин поехавший, но прямоугольник был. Виндрайдер. Дитя разжалует. Так, вот. Почему-то оно грузится до сих пор очень-очень где, долго. Где ёбыч, скажи? Ёбыч справа сверху должен он быть. Он у тебя не отображается. Окей, значит, сейчас у меня просто все еще лоудскрин. Я, когда он пройдет альтабнусь, и верну ёбыч. А, вот этот звук появляется, когда комбо сабскрайберов, собственно, прекращается. Вы его будете часто слышать, если вы будете подписываться. Возможно, стоит его отключить, честно говоря. Я тут что-то подумал в реальной боевой ситуации. Да забей, господи, они не так часто. Хейтрид сегодня просто отказывается работать. Я сейчас Metal Gear Rising запущу. SCP! Я ненавижу твою SCP, она меня пугает. Давай сейчас голосование SCP или Metal Gear Raiden. Я в объявлении говорил. Так, поехали. То есть... SCP. Каин, я не буду сегодня стримить SCP. Что происходит-то? У меня до сих пор висит лоудскрин. Внезапно Хейтрид просто отказался работать. Кто-то пишет только не Ройден Омг. Кстати, за Снейк, ну в смысле за Метару Гиру Ройден, который написал Снейк, проголосовало достаточно большое количество человек сразу же. Хейтрид не нужен. Его просто ЦП стримить. Нам нельзя. Вот как я не люблю, когда что-то вот такое случается. Когда я не... Что с хейтерным-то случилось? Я не знаю, что с ним случилось. Да, то есть мне сейчас буквально Ctrl-Alt-Del надо нажимать, чтобы он, чтобы его отпустило. Просто за Снейка накручивают, сомневаюсь. Снейка как бы все реально любят. Конечно, любит. Да и тем более в Metal Gear Rising. Я Ликоса, правда, люблю. В Metal Gear Rising нет ни одного из Снейков, поэтому... Да. Да не будь пуськой его с SCP. О, ёбыч вернулся, говорят. Да, ёбыч вернулся, потому что игра закрылась, сейчас ёбыч должен оставаться. Хэштег наномашина. Пока 64 на 55, Metal Gear Raiden проигрывает время. Ребята говорят, что они его прошли, и поэтому не очень хотят смотреть. А, ну SCP-то никто не прошел, понятно. Да, кто его пройдет, господи. Даже я его особо не прошел. То-то и оно, сил никаких. Я одну концовку всего открыл. А, я вижу перед собой черный экран просто и все. Ты этот опять пытался запустить, да? Хейтрид, я пытаюсь запустить Хейтрид, потому что я объявлял, что я буду играть в Хейтрид, черт возьми, я хотел играть в Хейтрид. Х-хуй.
нахуй хейт. Пишут. Госу кто-то написал. Сейчас взбесишься, в Госу пойдешь играть. Витас, не дыши в микрофон, либо это ко мне. Я убрал. Горовина на варихард и без апдейтов. О, господи. А у меня пока варихард не открыт, видите, здесь такая... Надо ввести стандартный код Konami в главном меню, и тебе откроют самый сильный режим. Тут такая история, что я его прошел несколько раз на PS3, но на ПК-версию купил вот только-только на распродаже на этой. Ну, короче, Витас, если надо, откроешь себе сложную концовку. Катрид сосет джоб пупу. Кто-то написал. О, походу Хейтред заработал. Но только, знаешь, Хейтред заработал теперь... он в таком увлечении, что меню вообще не видно. Было. Я опять повис на лоудскрине, походу. GG. Нахуй ты игру. Окей. Привет, чат, привет, Зулин, привет, Кайн. Привет, Токсик Фокс. Привет, Токсик Фокс, очень рад, что пришел. К сожалению, у нас здесь ничего не работает. 83 голоса за СЦП, 66 за Снейк. Но они за Снейк, скорее всего, голосуют, а не за Metal Gear Roid. Так что, сложно. Игра еврей. Хватит? Короче, окей, ладно. Я мог бы еще полчаса пытаться запустить Hatred. Но он я знаю, просто... у тебя SCP настроен, а Metal Gear Raiden нет. А чё Raiden настраивать? Это из тех игр, в которые ты просто нажимаешь, и все работает. Это тоже планировалось такой. Ребят, давайте побольше голосов сейчас. Надо, чтобы Видос был убежден, что все проголосовали. Просто тут 400 человек проголосовало, ну, около... 180 примерно. Так, телепозинатор пожертвовал целых 100 рублей с фразы очень важно проверить, это реальность или это у меня прошлое все еще гоняет. Но похоже на реальность, честно говоря. Спасибо тебе огромное за... Сейчас увидим пожертвование. Да, телепозинатор действительно поддерживает. Спасибо огромное за пожертвование. У нас звучок, по крайней мере, звучок работает. И все-таки надо что-то выбирать. 94 на СЦП, 72 на Снейк. Погромче Маюши просит. In SCP we trust. Тут вопрос в том, что надо вот так вот сделать. Тогда Райден нужен, хотим пугаться. Раз, два. Ладно. Анонса. Окей. СЦП так СЦП. Может быть, просто не все в достаточной степени понимают, что это вообще такое. То есть... Тут есть люди, которые спрашивали, что такое SCP. Да, SCP, Secure Contain Protect Containment Breach, да, это хоррор такой дешево, но эффективно сделанный, скажем так. И последний раз, когда я в него играл на стриме, я даже пару раз немного... чуть не выпрыгнул из окна. Ну, собственно, Metal Gear — это Metal Gear, как бы вот. Вопрос в том, что... Не знаю, меня немного смущает, потому что я просто не объявлял, ничего не... В SCP нет скримеров, ребят, что самое смешное. Там как бы нет скримеров, да, это не Five Nights at Freddy's, но там... Как бы сказать, этой игре, в общем-то, скримеры не совсем нужны. Хомяша спрашивает, сделать ли в группе анонс, что ты пересел на другую игру. А я сменю название игры. И припили уже, блядский, господи, Твиттер. Сам припили. Да, Саш, сделай, пожалуйста, тогда анонс. Я сейчас ее запущу. Просто, ну, по техническим причинам Hatred'а не будет. И, скорее всего, уже не будет никогда, наверное. Как это все? Готово, запустил. Так, поменял теперь еще название. Искать, куда этот SCP... Блин, поставился. Secure Kind Protect. Отлично, у меня теперь еще и... Тут кто-то... I never ask for this. Ты, может, им этот постримишь? А здесь свечка-то закончилась. Дженсена. Что о, кстати, с тобой будет рядом сидеть Лена, которая будет смотреть, как ты играешь, и тоже пугаться. Это делает людей счастливыми. Нормаян только что подписался, спасибо. И телепозинатор также пожертвовал 4000. Чего? Я сейчас прыгну в окно, короче, подожди.
400 рублей. Спасибо тебе огромное, Нормаян, за подписку. Добро пожаловать в клуб. И я очень извиняюсь и перед вами всеми, и перед тобой лично за сегодняшние технические какие-то косяки. И спасибо тебе огромное, телепузинатор, за пожертвование. Он сказал хм. Я бы тоже так сказал, если бы я пришел смотреть стрим и прошел час, и после этого часа вот, ну, мы достигли только вот этого, я бы тоже нашел бы уместным сказать хм. Заставьте Зулина снять очки, раз, во-вторых, будет ли Лена рядом сидеть? Лен, ты будешь рядом сидеть? Ну, такой, я буду рядом сидеть, я хочу тебе свечки сделать. А у нас есть свечки? У нас есть свечки, но по них... Витас плохо звучало. Телепузинатор, был звук не тут-туру вроде бы, был звук большого донейшена. Или тебе не нужны? Был звук Маюши, по-моему, которая поднимается по лестнице, нет? Да, с песенкой. Да, про курочку жареную. Про сочную жареную курочку. Да, number one. Эй! Как подписаться без всего этого? Хейтрек забанили физически, возможно, да. Не. Тогда бы он. Тогда бы он просто не запускался, и никто его не банил, нет. Был ой-я. Был звук подписки. А, это звук, который есть и в подписке, и в донейшенах. Просто здесь вышло то, что сначала человек подписался, а потом. Телепозинатор пожертвовал на тот же самый звук, скажем так. А, то есть было два ОЯ? Было два. Первая Маюша была еле слышна, то есть и тут Туру очень тихий. Мы все пофиксим, ребята, я обещаю. Каждый раз что-то фиксим, так неудобно, пиздец. Так. Окей, ладно. По крайней мере, я сейчас компенсирую тем, что буду страдать. Да, вот, теперь ты должен страдать. Так, интересно. А ОЯ звук для подписки, да. Мы поменяем его потом, потому что я хочу, чтобы был другой звук. Хорошо. Нельзя делать одинаковые звуки для подписки и для донейшн. Это немного странно. Да. Да, было два уровня. Я Кайну то же самое говорил, но ссыл нет, хочу сделать одинаковые звуки везде. Да, только ты перепутал Кайн и Витас местами, бывает. Я вот... Никогда не путаю Кайна и Витас. Да, опять он в фуллскрине, короче, не хочет. Опять надо в окне его запускать. Какая гадость. Отдельный звук на 3.50 запилить. Мы не можем. Да, потому что 3.50 нас принимает только Kiwi, к сожалению. А Kiwi вообще не выводит никакие уведомления ни о чем. Так. Я теперь делаю вот это. Делаю. Так. Где моя минералка? Кайн, можно за 5 долларов Август на тебя Болт и нас пожертвовал 1000 рублей, и Гладос сказала холи шит. Холи шит! И спрашивает, когда обзор на чистильщика. Спасибо тебе огромное за щедрое весьма пожертвование, действительно, холи шит. Обзор на чистильщика... Что я могу сказать, кроме того, что он будет? Вида, там... сними очки, мы хотим видеть твои испуганные глаза. Сейчас. Сначала я перестану плакать и вытру свой синяк, который я сам себе поставил, когда бил себе в лицо, когда ничего не работало. Виндрайдер, ты можешь за 5 долларов подписаться и на меня, и на Витаса, как только я через Витаса, может быть, оформлю тим-партнерку. Может, это прокатит когда-нибудь. Так, как оно... Кайн, я не понимаю ни хрена. Давай я тебе помогу, что случилось? Windows Capture, я пытаюсь, у меня здесь 3 SCP Containment Bridge. У тебя 3 открыто? А, одна из них папка, другой из них это архив, вот. Да. Сейчас. 666 фолловеров во славу сатаны, конечно же, сейчас. Донатишь 420 MLG фак экрана. Нет, донатишь 420 и Витас достает, короче, пот и начинает его курить. Так, ребят, скажите мне, пожалуйста, сейчас, работает ли все, прежде всего, работает... В главное меню зайди, и я тебе скажу, отцентровалось ли оно. Я в главном меню скажу, отцентровалось. Сейчас. 512 человек нас смотрит. Так. Я все... Да, вот все, в главном меню все нормально. Я не уверен. Well, that could have gone worse. Подожди еще чуть-чуть. Потому что у меня сейчас ОБС показывает довольно странную шнягу.
картотека, если задонатит 20 тысяч, звук будет примерно такой. Витас встанет, уйдет и, не и знаю, вернется... И выпрыгнет в окно. Ты на каком этаже? Я на 4-м этаже. Ладно, возможно, пойдет за веревкой и спустится в окно на веревке. Но... Кайн, сейчас стрим нормально все? Ёбыч, картинка. I can say да, как только ты альтабнешься обратно, потому что я вижу какую-то черную хуйню поверх игры. У нас только что был звук. Сейчас. Витас, у тебя совершенно случайно сейчас SCP не запущен поверх окна с донатейшнами? Да, да, да. У меня не SCP, а этот самый OBS был запущен. Меня он там даже на улице сигналит. Поэтому не был звук, но не отобразилось то, что пожертвовал МР Зулин. Витас, ты сам себе пожертвовал? Но это же мой ник, я себе не жертвовал. И комментарий был, это я это ты из будущего, ни за что не стрим-хейтрит сегодня. Черт. А, блин, спасибо, черт. Будущий я. Спасибо, будущий я. Я теперь не буду ни за что стримить хейтрит сегодня. А, да, испуганные глаза вы же хотите видеть, потому что вы больные ублюдки. Вам нравится наблюдать, как человек страдает. Ай, ладно. Работает ли все? Вот точно, да, все. Я нажимаю New Game, потому что старый гейм был довольно бессмысленным. Нажимаю... Ты только что опять поднял планку. Какую планку? Неважно. Я поставил... Слушай, скажи мне такую вещь. Вот, ты поменял название стрима прежде всего? Да. Скажи мне такую вещь, игру, в которой играет... Питер сделай, тебя просит. Люди, чтобы ты уведомил других людей. Хорошо, хорошо, сейчас. Сейчас вы будете еще какое-то время мой твитдек в связи с этим смотреть. Из-за того, что мы капчурим окно. Intro sequence отключи в настройках сразу, говорят, чтобы интро не смотреть. Да. Я внезапно забыл, как пишется containment. Containment. А бигди-бит. Нигер Кэт пожертвовал 40 рублей и it worked. It worked. Действительно worked, я надеюсь, что он продолжит working. Я сделал все, можно теперь мне поиграть? Да. Отлично. Enable Intro Sequence выключить. У меня есть две свечки, которые заботливо были принесены Леной, Витас, чтобы создать атмосферу. У тебя почему-то Dota ёбыч сейчас. Что у меня? Dota ёбыч, маленький ёбыч в рамочке, как от Dota. Ты переключил сцену, не так ли? Я ничего не нажимал. Плохо. Теперь все настроено. Несколько свечек, которые заботливо Леной принесены для создания атмосферы. Я не уверен, что их свет будет достаточно ярок, чтобы эту атмосферу создавать, но это определенно отличная попытка. Сейчас, в прошлый раз мы так делали. Конечно же, зажигалка сказала, нахер надо, и перестала работать. 617 зрителей, Витас. Все любят SCP и не все любят Hatred. Я знаю, что не все любят Hatred. Я сам его как бы не столь уже им очарован, спасибо огромное. Ксардос Мэдж пришел и написал, очевидно, такими 40 минут настройки я ничего не пропустил. Ты да, только что пропустил Мэдж. Смену игры. Да, Ксардос Мэдж, ты вот именно так, как ты описываешь, и произошло. Свечки расположены на столе. Я не могу посмотреть, видно ли от них хоть что-нибудь или нет. Одну из них я могу поставить на колонку, чтобы сжечь нахрен дом, если что. Ладно, отключил интро. Скажи мне такую вещь, Евклид и Кейтер в уровнях сложности отличаются только, ну, чем вообще? Там новые SCP появляются? Почитай, потому что, по-моему, только сохранениями. Только сохранениями, да, окей. Ладно.
Для тех, кто совсем не в курсе игры, это такая... Это такой, скажем так, данжен-кроллер, но при этом хоррор. А, смысл в том, что вот есть куча комнат, есть коридоры, и в комнатах находятся всякие страшные, стрёмные хреновины. Чаще всего нет. Половина из которых хочет вас съесть, да, но чаще всего в комнатах находится ничего. И этого ничего вы боитесь довольно сильно, потому что... Да, потому что... Хэштег, где Лена? Лена здесь. Просто тебя больше в окне не отображается, поэтому люди... Да, дело в том, что никогда не знаешь... Что? На хэтере, если тебя убивают, сейф стирается. Мне нужно сделать так, чтобы звук игры был потише. Ты меня услышал? Нет. На китере, если тебя убивают, сейф стирается. Окей. Как бы так сделать, потому что внутри этой замечательной игры нету настройки звука. Главное, не спихни свечу с перекубу, это будет очень глупая смерть, и ты мог бы расширить ёбыть, чтобы Лену было видно в кадре. Лена не может быть видна в кадре, потому что она сидит напротив меня. А, потом... ну пускай она сядет рядом с тобой, я там вижу стул рядом. Лена занята своими гораздо более важными вещами, чем смотреть на всякие... Я, может быть, прыгаю. Страшно. Мы все ждем. Так. Мои бедные уши, микшер же, о господи. О боги, я только что надел наушники. ОБС тише сделай, Сейчас. Эта игра также не совсем понимает альтабов. Особенно, когда запущена в окне. Все, я надеюсь, что сейчас все работает. Ребят, я буду стараться читать чат так, чтобы не отвлекать Витаса от игры. VBTBWBall Ball Зулин читает чат. Да, я периодически читаю чат. S-Hunter Girl, спасибо. Спасибо за это. Я уверен, что все вокруг тоже тебя любят, и я тоже. Спасибо, что ты с нами. Вот. Вузи напоминает некоторые важные вещи с прошлого стрима. Я периодически читаю чаты, делаю это не так часто, как хотелось бы, потому что все еще, ну, нужно следить периодически, что здесь происходит. Значит, что я понял за все это время про эту игру? Прежде всего, в черные лужи наступать лучше не надо. Там страшная хрень. Руками трогать лучше ничего не надо. Каждый раз надо закрывать за собой дверь. Перед входом в каждую другую дверь необходимо моргать, потому что за ней, возможно, находится SCP-197. И это, собственно, все. Еще я знаю то, что в игре есть SCP-900 чего-то там, которая является, собственно, механической машиной, которую ты кидаешь в одну дырку штуку, и из другой дырки вылезает другая штука. И это дофига полезно, если ты ее найдешь. Проблема в том, что я ее не найду, потому что я вообще не могу играть в эту игру. 173 тебя поправили. А я что сказал? Ну вот эта статуя, это 173. А я что сказал? Я сказал 193? Окей. По-моему, да. Спасибо за поправку тогда. Ну, кино, я не буду временно Витусу рассказывать про часовой механизм и то, что он может апдейтить на его карточку. Бля. Я это знаю, я... Он уже знает. Я немножко прочитал вики по этой игре, пост... Ты сказал... До свидания. До свидания. Это было вот как раз то самое, что я неправильно сказал число. Да открой ты дверь жопой, какие... А, я ее не закрыл. Окей. Эта хрень умеет проходить через двери, и это мне в ней не нравится. Это то, из-за чего мы не можем быть друзьями с этой штукой. Почему погас свет? Почему должен гаснуть свет сейчас? И можно я в Metal Gear поиграю? Ну, нет. Правда. Пидор, нет. Ответ. Витас себе ничего не испортил, прочитав вики. Он прочитал даже половину объектов. Ребят, не волнуйтесь. Я прочитал очень... Блять, ты же был в другом месте. Хватит это делать. Я хочу играть в это говно. Играй. Ной. Правда, ну. Ной. За этой дверью тоже эта шняга, я уверен, нет?
что это? Кружка, карточка. Карточка, это, кстати, хорошо. Ай. Я нажимаю, но ничего не происходит. Вот смотри, я сейчас открою дверь, и там будет стоять 173. И ты просто уйдешь от него. Сквозь него? Нет, ты отморгаешься от него так, чтобы он мог пройти перед тобой, обойдешь его, моргнешь и пройдешь через комнату. Что значит, чтобы он мог пройти передо мной? Это как? Я тебе говорю, он примерно 3 метра преодолевает при каждом твоем моргании. Ну вот смотри, вот сценарий, он стоит сейчас передо мной, я в узком проходе, что я делаю? Отходишь назад. Вот так? Спиной. Типа вот, все, я упираюсь в стенку, видишь, стена? Открываешь дверь. Там нет двери, там стена. Тебе пиздец. Баланс! А вот смотри, когда... Почему тут так темно? Что это, пустая кружка? О-о-о-о! Не хочу идти в эту жопу. Продержим его на этом говне, пока обзор не получим. Я не могу сделать обзор, когда я, блин, умираю нахрен. Физически. СКП 173, говорят, можно избавиться. От 173-го как? Ну, может, тебе даже скажут как. Вот смотри, когда я... Дверь за мной открылась, да? Я не хочу... Маюши! Телепузинатор, спасибо огромное за 173 рубля. Да ты меня напугал! Ты застал Витаса только что потратить 173 рубля на новое нижнее белье. Это самое... Блин, когда бич-доктор заорет... Оу, я! Короче, я же вообще в окно выпрыгну. А мысль в этом. Вот я. Что ему надо от меня? Тут это медведь. Медведь? Я бы куда делся медведь? Я не читал о нем вики, я не знаю, что оно делает. Не хочу идти туда. Знаешь, вот что из того, что я читал про SCP Foundation, про разные SCP и про ну, про разные штуки, связанные с этим. Я понял, что половина из этих сраных SCP, по крайней мере, те, которые... Стендаль-синдром, это я знаю, что такое. По крайней мере, половина из них, так или иначе, пытается тебя нахер задушить. И этот медведь, скорее всего, тоже будет пытаться меня теперь задушить, я не знаю как. Если я туда войду, он меня задушит или что-то. Нет, он тебя не задушит, потому что это архитектор, и у него как бы... другие штуки. Угу. Ну, картина, это я знаю. В общем, за этой дверью картина, и если на нее смотреть очень долго... То игра крашнется. То игра крашнется, как мы выяснили в конце прошлого стрима, да. Попробуй. Сохранись и попробуй. Я сохранился, я сейчас попробую на всякий случай. Собственно, буквально прошлый стрим SCP закончился тем, что я подошел... Игру чуть громче, пожалуйста. Игру чуть громче? Сейчас сделаю. Тем, что я подошел... к этой штуке, сохранился с тем, чтобы на нее потом посмотреть, и игра крашнулась. Но сейчас, может, этого не произойдет. И вот сейчас... Говорит, это... это произведение... Если можно, помнит ли он Свена из-под фонтана, и когда он позовет нас в доту, он обещал сет смайли фейс? Позову, раз обещал. Это... Я... Хочу подчеркнуть, что я просто не могу сейчас повернуть камеру, то есть могу, но она поворачивается обратно. Не могу двигаться, не могу ничего делать. И надписи на экране, собственно, говорят, что это лучшее произведение искусства, не могу отвернуться, и типа я все понял, я убил их. Надо обратить внимание, что мы, это чувак персонала класса D. И, кстати, на картине он изображен, что самое интересное. Ну, и на картине, судя по всему, вот мы и нарисованы. А класс D, насколько я понял, исходя из того, что я прочитал, это чуваки, которые то ли на смертную казнь должны идти заключенные, то ли еще какой-то, ну, в общем, какой-то low-life scum, которого, ну, который как бы нужен для того, чтобы делать всякие самые опасные опыты со всеми этими SCP. Ребят, мы не можем сделать мою шикромчу временно, пожалуйста, подождите. Да, тут просто надо, это надо уже файл, сам файл делать громче в какой-нибудь программе. Я максимум, что могу сделать, это... Витас, я тебе могу даже сказать, почему они называются D, потому что disposal. А, disposal? Окей. Да, расходники. Окей, хорошо.
в общем. Штуки. Кстати, их убивают каждый месяц, по идее, в лучшем случае. А еще некоторых из них могут не убить, если они проявляют какие-то определенные способности с какими-то определенными объектами. Может, погоди, быть. Но ведь у меня в бумажке вот в этой... Нет, это ключ-карта. У меня в бумажке вот в... А, я же опенинг крутил. Класс, да, это люди с ММР меньше 1500. Написано, что, ну, по завершению всех этих тестов вас, типа, отпустят, и вам будут прощены преступления. Нет, ни за что. В смысле нет, ни за что? У меня в бумажке написано. Это ложь. Чтоб ты не захотел себя убить или попытаться сбежать. Там чувак. Disposable, а я как сказал. Он зашел в эту комнату и... Что-то все трясется и... Ну, он в лифт зашел. А, в лифт? Да, это лифт. Так может просто пройдет время, и я смогу тоже воспользоваться лифтом? Так вот, Витас, некоторых не убивают в конце месяца, некоторым дают возможность работать дальше. Их повышают до класса Б. Или А. Смотрите-ка, этот лифт, судя по всему, работает. Кай, напомню, что мы видим все, когда он сворачивает альтабейт игру. Да я знаю, но увидели вы твитдек, ничего страшного, переживете. У меня лифт не работает. Не надо форсить процедуру 110 Монтау. Все знают. Тихо. А я не знаю, что за процедура 110 Монтау. Убийство людей disposable. А это так называется процедура? Да. По-моему, я это слово в Пенубре где-то слышал. Я даже знаю, откуда черпал половину своего... А, еще один чувак. Что много чуваков. Говно 100 вбросил рекламу на Харкач. Так вот кто форсит на 2Че стримим видос. Так, этот лифт. Да, эти лифты какие-то очень похожие. Это не то? Окей, я перепутал, видимо. 173-го СКП можно отдать оперативникам, и они его заберут. Да, как... Во-первых, где мне найти оперативника? Во-вторых, где мне найти... Как мне сделать так, чтобы 173-й за мной последовал всю эту дорогу? И еще тебе говорят, что в Пенумбре станция Мануик. Да, вот Мануик. Немного помер. Так, конец, это я... Харкач двачом, не порочь память. Ладно. Это я знаю, что... Это штуки... Ты получил ачивку в Who's That? Я получил ее еще в прошлый раз. Это штуки, которые подражают человеческому голосу. У тебя на каждый, кстати, этот, на каждый сейф, каждой ачивки, потому что от ачивок зависит концовка игры. А, да? Да. Окей. Эти штуки с ложками-вилками на спине, СП, не помню номер, но они красные, и любят есть людей. 777 зрителей, джекпот народу. Привет всем. Уже. Привет всем, спасибо, что смотрите, спасибо, что выбрали провести время в нашей компании. Извиняюсь очень сильно за скомканное такое достаточно начало и за то, что мы играем в итоге играем не в то, во что я собирался. Возможно, некоторые из вас хотели смотреть именно Хейдрит, но он просто не заработал вообще. Да, отлично, давайте эта штука сейчас застрянет. Потом придет вторая и съест мою жопу. Вот будет весело. Ой, нахуй, Зулин не молния, два раза в одно дерево может. В смысле, в одно дерево могу? Неважно. Ребят, Алса Хейтреда не было, Хейтред не закончился, он просто не захотел. Он просто не запустился, да. То есть у нас первые полчаса вообще ничего не было. Мы опоздали на первые полчаса по сугубо техническим. Потом мы все-таки не выдержали, и надо начинать хоть что-то, какую-то картинку давать, мы начали. Потом еще эти полчаса мы сначала разбирались с уведомлениями, которые как-то криво работать начали. А еще потом мы пытались запустить Hatred, который просто отказывался работать. То есть load screen и все, и он не идет дальше, я просто ничего не могу с этим сделать. Возможно, если я ребутну ПК, это пройдет. Проблема в том, что мой ПК, как я уже говорил в начале стрима, это тостер, и его ребут занимает пару недель. Ну, не пару недель, конечно, но минут, это добрых минут 20. Хер Тандерблейд спрашивает, мы, кажется, стали забывать, что не знает, где Антон. Хм. Где здесь Антон? Очень надеюсь, что
Блин, ну судя по тому, что походу в халат у Антона не очень-то удачная ситуация жизненная произошла, похоже, что Антон — это я. Потому что я вообще себя не чувствую в каком-то, в какой-то удачной ситуации здесь. Аказаки, Азазаки пишет, что типа хейтрит скучно, его боятся. Ну, я не знаю, насколько вы боитесь. Ну, возможно, если все это смотреть в наушниках, то какой-то эффект будет. Но мне вот реально очень некомфортно в нее играть. То есть, ну, на самом деле. Это так, позови с собой человека, сесть, пусть вам двоим будет некомфортно. Мне не помогает. Серьезно. Бог, да. 800 хайп человек, не накрутка вроде бы даже в этот раз. Привет всем, ребят, спасибо, что пришли, новоприбывшим тоже привет. Играем сегодня все-таки не в Hatred of SCP, но так вот. Блин, это же архитект, да? Я архитектор. Странно тогда, потому что я пришел. Но если ты не видишь Мишку, значит не архитектор. Я слышу. Мишка ушел, я первый раз на него посмотрел, отвернулся. А, ну, там его уже. Шею нахуй сверну. Ты же сказал, что он не сворачивает шею. Ну какая-то хуйня происходит, блин, за этой. Да на факт написал я, сука, как мразь, вообще ты не один Витас. Да на факт, мы с тобой вместе. Мне от этого немножко комфортнее становится. Опять эта хрень! О, черт. Этот череп сможет меня защитить? Вряд ли. Эта хрень умеет открывать двери, не правда ли? Ой, Лен, ты чего? Я этого больше испугался, чем... Лен, открой дверь, интернет пропадет. Раз-раз. Да. Все ли... Да, видимо, должно было немного лагнуть. Я думал, за вами уже выехали. Блин, вот что мне делать? Этот череп абсолютно бесполезен, я уверен. Если да, я вопрос, который я пытаюсь тебе задать, гаду, уже полчаса. Да. Вот эта хрень 173, он же требует глазного контакта постоянно, правильно? Eyesight, да. Да. Вот я закрываю за ним дверь, и я технически на него больше не смотрю. Что происходит в эти моменты? Не исследовано, потому что когда на него смотрят через камеры, он... также не двигается, либо лагает и вырывает аппаратуру, либо просто пропадает. Он не может перемещаться через стены, но вроде как может открывать двери, а еще он будет ждать тебя, потому что у него нет других дел. Просто я к тому, что... Каковы шансы того, что я открою дверь, а он прямо за ней стоит? 100%, если он тебя видел за этой дверью. Чё? Открываешь дверь. Хайн... Подходишь к самой дальней стене, моргаешь, обходишь его, закрываешь дверь. Кусок ты говна! Он бесит в камере. Что? Он ползает по вентиляции, а если на него не смотреть, то он бесится просто в камере. Не, ждать он не будет. Но если он увидит кого-нибудь еще, то да. Ждать он не будет. Открыл я сейчас дверь и дождался, короче. Так, и где я? За спиной был. Да. Все темно, я ни черта не вижу, игра сломалась. Ну, перезагрузись еще раз. Слушайте, я вот недавно посмотрел несколько записей, как люди играют в Five Nights at Freddy's, и я вообще не понимаю, как, ну, как можно выжить, потому что... Там буквально игра, она вся на скримерах, то есть буквально вся. Вот скримеры пугают больше, чем вот такой psychological horror. Слушай, я просто стримеры, понимаешь, они как сказать, они пугают. Они не то чтобы пугают, они просто, ну, стартлят тебя, да, то есть ты, ну, это как громкий неожиданный звук просто, и ты такой, ёб твою мать! И да, окей. Но это не совсем тот же испуг, понимаешь? Одно дело просто там... Ну, очень сильно испугаться кратковременно, а другое дело это постоянно находиться в состоянии какой-то тревоги. Но я к тому, что Five Nights, мне кажется, гораздо страшнее для меня бы был, чем даже вот это, потому что... А, да, чувак, блин, зашел. Потому что... То есть, там буквально... Там в рандомные времена тебя отрывают от камеры и делают тебе в лицо там...
И как бы я вообще не понимаю, как жить просто в этой игре. То есть как в нее играть и не сойти с ума при этом. Стартлет шокируют. А скримеры бесят. А я не знаю, меня, ну как бы, бесят, да, но они каждый раз все равно, ну, задевают нерв. То есть я ничего не могу с собой сделать, я человек, меня пугают громкие резкие звуки. Меня скорее вот пугает именно, не пугает, а опять, как ты сказал, дистерб. Меня они раздражают скорее, и когда ничего не происходит, потом резкий звук, резкая картинка, то да, это забешивает. Если... это вот psychological horror, когда ты вот идешь к тому, что тебя напугают, то есть вот спокойная атмосфера, а потом нагнетение. Вот это меня не очень как-то беспокоит, скажем так. Нормоен, ну, оспаривает то, что я сказал, стартлет, поправляет, шокирует, что русский язык. Понимаешь, как бы с одной стороны да, но с другой стороны шокирует, это немного не то, что я хотел сказать. Потому что, ну, это все-таки не слово startle не ограничивается... Ну, как бы, это не то же самое, что сказать «шокт», да? А «шокт» — это что-то такое... Ну, у этого слова есть оттенок, как бы, того, что это, ну, немного надолго, да? Это не вот единовременное какое-то событие, что ли. Один из симптомов аутизма — это боязнь редких звуков. А еще попытка разговаривать с людьми, которые, возможно, тебя видят, а, возможно, нет. А я никогда не отрицал, что я аутист, между прочим. Так что... О, нет, только не моя жопа! Черт. Ну, было неплохо. Как он меня вообще заметил? Ну, слишком близко подошел. Нет. Точно что-то другое произошло. Или line of sight. А Рик Фалькерн тем временем в чате спросил, тут вроде должен был стрим-хейтред быть. Должен был, да, я вам, ну, несколько раз уже объяснял. А, ты двинулся, я видел. Ты двинулся. А, окей. Хейтрид просто отказался работать. Что-то в нем сломалось. Третий номер у красных ебак. Что-то в нем сломалось в хейтриде в этом, поэтому мы вот... Я вынужден играть вот в это. У меня, короче, сломался теперь еще и контейнмент бридж. Что с ним? Текстуры не прогрузились? Перезагрузись просто. Да я уже третий раз это делаю. Поражают, пугают, стартлут. Ну, они поражают, акшели, да. Меня подгружает на момент моей смерти. Как тебе такое? До свидания, проебал сейф. Как это так, блин? Я понимаю, что игра бесплатная, но что значит проебал сейф? А ты на изи, что ли, играешь? Нет, я играю на Евклиде. Странно, что тебя прогружают тогда на момент твоей смерти. Я знаю, не правда ли странно? Меня, конечно, пугают события в этой игре, но сама игра технически тоже довольно пугающая. Пинайболт пишет: всем привет. Привет, Пинайболт. Спасибо, что зашел. Что пропустил? Тут человек отвечает, что Зулина съели жопу. Ебака, один жопа видится, ноль, так и есть. Не нажал на кнопочку, кто-то что-то говорит. Тебя, походу, убивает дверь лифта. Да я не сохранялся же в лифте, я сохранился в хрени. Я сохранился у синдрома Стендаля. А. Игра бесплатная, много объясняет. Ну да, игра как бы... уже надоело смотреть, он только что перезапустил игру. Что? Ты поменял сид? Да-да-да, я поменял сид и перезапустил игру. Говорят, написать в мапкоде 666. Я боюсь это делать, честно говоря. Вот это меня бы напугало. А что, есть такая карта? Я это сделал. Сид, как бы... Не, я знаю, я знаю, что такое сид. Я вот, да. Как бы, это реальный сид? Ну, как бы, где что-то выдающееся, или это просто, ну... То есть, если это is a thing, то, может быть, я и сделаю. Ну, или это просто предположение случайного человека в интернете. Говорят, пиши 666. Ты не сменил сид, говорят, ты играешь в один и тот же. Ты не менял сид. Я нажал new game, я не мог не поменять сид. А сид не генерится, он написан там. Да ладно тебе. Да, слушай, реально, ты все с... Да ладно тебе. Да. Зулин, давай, оно того стоит. Ну, да посмотри, другое совершенно. Окей, я сделаю сид 666. Чувствую, обосрусь. Сегодня. Мне кажется, тут не может быть такого, потому что в нем символов больше. А код может любой быть.
Смотри, я согласился. Самая худшая карта у меня была Сида Маркания. Ну да, конечно. Я делал, да, 666. 10 сидов, которые будут написаны специально этой игрой. А, вижу. Вижу. Беда спрашивает, а в этой игре можно просто так New Game начать, и все. В целом, да, потому что это по большей части roguelike, да, то есть здесь нету какого-то... Ну, здесь есть как бы концовка, тут можно ее пройти целиком, но в той же степени, в которой Binding of Isaac можно пройти целиком. Здесь все-таки важнее то, что ты... Ну, каждый New Game, он немного разный, за исключением первых нескольких секций. Хватит на меня смотреть, говно. Я эту игру не люблю, честно. Ну, поэтому ты играешь в нее. Я играю, потому что, ну, мне нравится радовать людей и вас, потому что я вас очень люблю всех. И только ради вас я это делаю. Меня ты очень радуешь. Тебя мне радовать не так важно. Опаньки. Он весь в Pocket Dimensions не провалится, да? Есть еще недоделанная карта с Сидом Фаренгейт. That's creepy as hell. Нужна помощь, Витас? В смысле, ты знаешь эту ситуацию или что? Какую? В которую ты сейчас попал? В которую я сейчас попал. Ну, тебе его надо выманить оттуда. Чего выманивать оттуда? Ну, тебе надо туда пойти. То есть либо проморгаться и пробежать, либо выманить. Я сейчас даже не моргал. Да! Перестань это делать! Блять! Человек падает сверху, говно! Кнопка жопой нажмись, давай! Дверь нахуй закройся! Меня трясет нахуй, Каин! Сука! Я могу идти только жопой вперед теперь! Я даже в реальной жизни буду ходить только жопой вперед теперь! Я сейчас обернусь, эта жопа будет, я вот... Нет? Там другая дверь, хорошо. Good. Holy shit. Ааа! GLaDOS! Сука! Телепозинатор пожертвовал 1000 рублей. С фразой пугающий звук, о господи. Действительно пугающий звук. Спасибо тебе огромное за пожертвование, да. Здесь нету кнопки открыть дверь! Зулин, купишь новые штаны скоро. В этой есть кнопка «Открыть дверь», эта кнопка «Открыть дверь», она в этом заколочке. Все, я нашел. Господи, телепузинатор, спасибо. Телепузинатор, спасибо! Спасибо тебе, друг! За новый штат. Дорогой друг, спасибо! Что? Слушай, вот реально, что произошло? Я что, на него тогда... Я отвернулся случайно, и типа он приблизился ко мне и дал мне, ну... По щекам, потому что так резко. Тебе говорят, типа, уже более 9 сотрудников класса D выдвигали предложение, что при контакте с SCP-173 помогать разными глазами по очереди, что было прокомментировано доктором удалено. Много таких было до сих пор перед глазами, как живые. Я знаю, в этой игре, к сожалению, нельзя моргать разными глазами. Не поможет, говорят, типа. Я, кажется, нашел... Я нашел рацию, это... Ты нашел периферийного прыгуна. Что? Ну, периферийный прыгун. Как ты его увидел? Я его не вижу. Я знаю, что это такое, но я его не вижу. А ты резко поворачивайся, тогда увидишь его в краем глаза. Ну нахуй, если он поймет, что я за ним слежу, короче, он мне пизды даст. Я притворюсь, что я его не видел, мне так легче будет. Суть фразы «доктор удалено». Фраза в том, что в СЦП часто очень удаляют сведения, чтобы придавить загадочности, и не надо было расписывать весь сюжет, чтобы, ну, как бы... Полностью расписанная история менее интересна. Сохрани игру. Почему бы тебе не сохранить игру? Мне что, музыку надо убрать? Во. И
имя удалено, потому что не надо расписывать всю историю, чтобы людей пугать. А еще, чтобы персонажи одни и те же не попадались в историях. Не, просто я так понимаю, что смысл это в том, чтобы, ну, это типа подражание, как будто это правительство, правительственные материалы, там, утечки из документов и всего там такого. Там больше правительства материала, там за то, что ты просто читаешь, как бы, статьи сайта СЦП, тебе как минимум говорят, что за тобой уже выехали. Да, ну и, в общем, смысл в том, что имя удалено, это... Ну, как бы, потому что правительство любит засекречивать херню, поэтому вот. А Ксардос, периферийный прыгун есть. Как бы, я ничего не придумал. У Витаса там документ на него с собой. Если он захочет, он прочитает даже. А, ну да, это потому что там клетка была открыта дофига, и это вот он оттуда и... Периферийно выпрыгнул. Даже ачивка за то, что его увидишь, есть последний раз? Я же туда, оттуда... Пожалуйста, ебака, не будь в темноте. Ебака, не будь в темноте. Закрыть дверь за собой, я помню. Добрый вечер, Сомберкроу. Сомберкроу, добрый вечер, да. Суть игры в том, чтобы убежать. Запереть всех зэков, которые там были, вообще не получится уже. Тут спрашивают, что за музыка играет. Это вот через рацию у меня играет. Чтобы успокоиться. Да, я сделал, чтобы мне немножко... Получше было, как это сказать. Прыгун не может убить, он просто прыгает. Он убивал в его этом было написано. Его отчетах. Если его попытались увидеть три человека. О, 914-й. Блин, я хотел запрыгнуть в него, короче, и вылезти более крутым. Интересно, что будет, если засунуть в 914 рацию. Я смотрю, осведомлен о некоторых объектах. Я знаю про 914-й, и So Far это мой любимый SCP. Так. Это кто еще раз? А? Это кто еще раз? Это машина, которая, ну, fine, very fine. А, Refinery. Clockworks она называется. Тебе ему надо карточку скормить. Я знаю, вылезет там омни-карты или что-то в этом роде. Да, которые открываются в двери. Карточка открой 914-й, говорят. А у меня нет карточки, это другой сейв. Это Сид 666. Найди карточку. А, окей! Сейчас сяду в свой, блин, автобус с остановкой карточка. Доеду до карточки, короче, и найду её. Некоторое дерьмо, когда засунешь туда рацию. Вылезет айфон. Ну, между прочим, на SCP Foundation написано, что таки да. Если засунуть туда просто телефон, то вылезет айфон. Ну, точнее, не совсем так, но там написано, если поставить настройку 1.1.1, то вылезет телефон другой модели. Привет, Розенберг 91. А как же баба, которая делает все наполовину, спрашивает Toxic Fox, а я не знаю, я еще не достаточно... Сомберкроу, ненависть не прошли, она просто... у нее не стоит все. Она не работает. Не работает. Show yourself. Зулин, господи, я нашел человека, который 914 тоже любимый SCP. Ну, Виндрайдер, вот, собственно говоря. Найди траву. Что? Smoke weed every day. Самый долго продолжающийся сит обзор. Я думаю, это будет уместным временем сказать, пока я... Ждешь. Давай, уебывай, давай, блядь. Не двигайся. А, и не врубай музыку при них, совет. Надо думать. Ты хотел сказать что-то про обзор. Я надеюсь... Уёбывай. Могу эту руку взять, интересно? I kinda need a helping hand right now. Быстрее говори про этот, пока не умер. Рука, я взял руку!
Уёбывай, мне надо туда! А, нет, моя жопа, нет! Я только нашел руку. Фак. Я думаю, что это будет уместным временем. Memory Access Violation. Окей, игра крэшнулась. Я говорю, что я думаю, что это будет уместным временем сказать, что у нас есть кнопка Subscribe и у нас есть Subscription Goal, так сказать, что когда у нас наберется 50 человек на 50 человек подписчиков, то какое-то время после этого, относительно долгое, я буду стримить в кошачьих ушках, потому что мы так решили, и это будет пока весело. Пока их будет 50 человек. В смысле? Ну, ты в курсе, что подписчики могут там, типа, в итоге не быть подписчиками по каким-то своим причинам? Нет, да-да-да, я к тому, что и когда наберется, я все равно это буду делать, но никак... Поднял руку, потерял жопу. Поднял руку, потерял жопу, именно так и произошло. Но, ну, не всю жизнь, как бы, после этого, то есть, типа, знаешь, там, месяц или, там, пару месяцев, как-то так. Вот, ну, это, типа, 50. Где этот прыгун? Я хочу посмотреть на него. Большой бородач в кошачьих ушах. А! Я его увидел. Увидел? Я больше не хочу его видеть. Понравилось? Нет. Вот и нехуй. Говно ебаное. Фу. Вот. Да, это про subscription я хотел сказать. Откройся нахер. Что это вообще было? Это просто это дверь, это даже не СЦП, почему пугает дверь? Потому что. Как говно, сука. Смотри, ты любишь идти в темноту, да? Да здесь некуда больше идти. Здесь в том-то, знаешь, в том-то и проблема. Заставляют вечно идти в темноту и в какую-то жопу. Я не могу выбирать безопасные маршруты, потому что их как бы нет. Там либо карточка нужна, либо еще какое-нибудь говно. А сейчас на лифте опять буду ехать. Жалко, что в той комнате с... Кстати, а может быть в лобби есть ПК, чтобы сохраниться и не бегать всю дорогу каждый раз. Это было бы тема. Господи, вот, Кирина только Кирина что скинула про периферийную хрень. Теперь спасибо. Нам спасибо, очень. Очень помогает. Какая не потерять. Перестать фидить этих ящериц. Витас. Не могу перестать фидить этих ящериц, потому что никто не гангает, короче. СКП нет в стиме, СКП бесплатная игра, пишешь СКП Containment Breach, и тебе первая же игра выдает. Ну, первая ссылка. Что, кстати, довольно странно, потому что, я имею в виду, на стиме, ну, есть бесплатные игры, они, как правило, все говно. Если бы SCP вот это было на стиме, мне кажется, она там нашла бы очень много публики. И жопа. И могла бы даже перестать быть бесплатной в какой-то момент, я думаю, Кайн, легко. Кайн, говори больше, мне нравится твой голос. Витас, я что, сейчас как эхо звучу, да? Нет, не должен. Ладно. Не должен звучать как эхо. Жоп. А ты знаешь, что ты можешь попытаться убежать? Я могу попытаться пробежать их. Я могу много чего попытаться. Типа, знаешь, там, не знаю, я могу попытаться остановить автомобиль, едущий на полном ходу руками. В этой игре есть больше, чем 5 типов дверей, и копатель перестал быть бесплатным. Хорошая ведь игра, да? Вот. Думаю, что SCP Containment Breach мог бы легко повторить успех копателя. Там бы продавались, не знаю, ноги.
У тебя есть ноги? У твоего персонажа есть ноги? Нет. Нет, ну ног. Вот и все. DLC 49 баксов ноги. DLC фонарик. Блин, DLC фонарик бы реально помог в этой игре. Он настолько бы вписался. Давай, проходи. Как постить фоточки? Восклицательный знак пост и ссылку на фоточку. Watch your жопа. Шахта, лифт. Наверняка в нее прыгать это вообще не лучшая идея, но я каждый раз мне так любопытно, что будет. И ачивка. Там есть ачивка за это. DLC, Маюши вместо звуков скримеров. Маюши вместо SCP. Я бы крипанул. Тут ру хоррор. Новый жанр будет. Тут хоррор? Да. Окей, это говно закончилось. Какое? Ну, с собаками. Окей, грац. Good job. Аказаки, Азазаки пишет, это все херня для девочек. Нет ничего страшнее стрёмного звука из первого Симса и автоматического переключения камеры на медведя, когда тот заходит. Это сговаривают, лаги пошли. Лаги пошли? Да. Ложь и провокация. У меня написано 0 dropped frames и КБС, в принципе, тот же. А, Витус, у тебя, походу, стрим лёг, и за тобой выехали. Ты не лег. Лен, ты ничего не качаешь? Порно? Да. Видимо, нет. Да все нормально должно быть. Ну, ОБС. Я сейчас жду, пока подгрузится. Я сейчас обновил страницу. Сейчас подождем чуть-чуть. Все, Витас, все ок. Все пишут, все ок. Хорошо. Я уже забыл, из какой двери я пришел. Вроде бы из этой. Не из лифта, скажем так. Я пришел и именно из лифта. Все еще нет. Рука. Я нажимаю рукой на руку, но ничего не происходит. Наверняка это рука для какого-нибудь сканера, типа. Все 785 человек, и Витас, я и Лена, поздравляю, мы теперь все класс D. Почему мы теперь все класс D? Ну, типа, лаг был, когда, короче, фонд узнал, и сейчас приедут. Вот черт. Скоро увидим. Ся. Я не хочу быть классом D. Меня, ну не знаю, меня заставят убирать за 173-м, это не весело. Это меньше, это самое не худшее, что может произойти. Прыгай к деду, говорят. Я не знаю, что такое прыгай к деду. Это прыгай в эту, в черную лужу. Я в черной луже постоянно умираю. Я как туда не прыгаю, там мне показывают там громкие звуки, какая-то херня происходит, и я неминуемо умираю. Фикстрайдер пишет, надеюсь, я буду убирать говно за ящером. С я богом. Опять Бонхед. Никакой пишет, зато мы будем все вместе. Да, это правда. Думаете, Витус поднимется до Overseer? Overseer 5? Есть шанс? Не знаю, я довольно высокий. Я вот всей этой классификации, в SCP, я еще не знаю. Я знаю только про Евклид, Кейтер и Сейф. А вот... Есть еще Туриэль, но ты о них ничего не должен знать. Да я не про что из этого, по идее, согласно мифологии, не должен знать. Нет, ну про Туриэль в особенности. Туриэль, не знаю, звучит как что-то из World of Warcraft. Сука, перезагрузил страницу, смотрю стрим, и тут ебаный ход со своими барабанами вырывается в мои наушники. Тумиэль, упс.
я умею помнить. Don't fuck отличную картину пишет. А то вас заметили. Ебаный нахуй. Я настолько умер сейчас. Изнутри? Что изнутри? Умер изнутри или снаружи? Да снаружи, потому что там эта ебака опять 173-х стоит, ну. Да моргни. Тебе все равно туда надо идти, что ты сможешь сделать с ним? Вымай. Я похожу, подожду, пока он там постоит. Блин, да... Он такой стрёмный. Контролируй его. Он такой стрёмный, как контролируй я... Контролируй свой страх. Я не могу контролировать свой страх, я же... Боюсь, как девочка, нахуй, на первом свидании, что... Туриэль — это лук из Скайрима. А, вот откуда я это слово знаю. Он съебал, видишь, все хорошо. Повернись. Сам повернись. Мне лучше. Там, кстати, монитор есть, ты можешь сохранить на телефон. Там это где? А, это комната не с газом. Вот когда я вхожу в комнату, в ней автоматически становится темно. Комнаты, ну, в смысле, освещение так не работает. Ну, это один из СКП баллов. Бульщит! Контрол Юранус, Витас. Не могу. Фиксация уже сейчас будет. Achievement unlocked infinite loop. Попал. Давно сохранялся? Это не та. Не та. Сохранение через монитор, потому что Витас играет. Не на легком уровне сложности. Это та же комната. Так. Да, Витас, тебе даже напишут, как из нее выбраться, если почитаешь. Ща, мне нужно найти какой-то safe space. Да. Турель, это исходный. Смотри, я выбрался. О, ты молодец. Сейчас 173-й убьет все это говно, я помню эту сцену. Нахера мне столько батареек? Для фонарика. Противогаз. Карта... Карта, возьмись, почему? А, понятно. Так, это у нас череп. Я помню, не трогать. Окей, не буду трогать. Карты левел 1, левел 1, 2. Ну, может быть, если я обе их приложу вот так вот, он станет левел 2. Нет, нет, не ты к механизму должен принести хотя бы одну. Я знаю. Так. Окей, мне как-нибудь поможет то, что у меня две батарейки, или, в принципе, одну можно нахер выкидывать? Две карты тебе точно не поможет. Листки от уже использованных или увиденных СКП можешь тоже. СЦП выкидывать тоже можешь, в принципе. Это у нас прыгун. О, кто-то БЖДшку запостил. Что это за бумага? Кто-то запостил более стрёмную куклу. БЖДшка была лучше. Это же этот самый периферийный, да, я читаю сейчас. 3072. Mm-hmm. Он все еще с тобой рядом. Да, я знаю, whatever. На нем, видишь, на нем на бумажке написано 9037. Это, вероятно, какой-то пароль. Да, поэтому я его выкидывать не буду. Это вот про собак, это нахер не надо. Это точно нахер не надо. Это же я... Пусть видимо... сложит бумажки в планшет. Как я могу их сложить в планшет? Не работает. А, это так работает здесь. Эта бумажка, к сожалению, утеряна. Нахуй. Ну и как это делать? Вот зачем он нужен. Что? А могу батарейку в планшет засунуть? Нет. Нет.
Окей. А рацию могу в планшет засунуть? Нет, а руку да. Нет. Рацию не могу. Ты наврал мне. Ты можешь вставить батарейку в рацию или батарейку в маску. И нахера мне теперь? То есть оно что, еще и садиться будет? Да.